Здравствуйте еще раз, мои дорогие друзья. Сегодня у нас получился такой творческий вечер, вечер поэзии. Наконец-то я решилась прочитать это стихотворение, которое давно обещала, специально для нужной я девушки под ником. Она просила, чтобы я его прочитала. Дописала я его давно, но все не могла на него настроиться. Стихотворение такое, знаете, первое, наверное, которое писалось почти год. Обычно я пишу сразу, но вот оно как-то у меня тут разделилось. Поэтому немножко, так знаете, получился сначала такой стих. В общем, сначала так все тихо, монотонно, спокойное море, штиль, потом начинается буря, и, в общем, в итоге опять море спокойное. Вот такой вот у меня получился накал страстей в середине. Ну, давайте начнем. Прокуренное солнце с горизонта устало смотрит в бездну чистоты. Мы обязательно вернемся, сказал вдруг ты. Вернемся, чтобы слушать здесь закаты с пенящей волной. И любоваться, как раскаты грома пронзают плоть воды морской. И, о, стихия, ты ли правишь миром, когда, беснуясь и гремя, соединяешь небо с морем воедино, пуская стрелы молний в никуда. Люблю я это дерзновение, люблю клокочущий порыв. Меня пронзает вдохновением бурлящей страсти лейтмотив. Забудется ли такое? Нет, конечно. Оно внутри у нас живет. Приходит в снах, порой безбрежных, и снова нас зовет. Всем спасибо за внимание.